Вот сегодня у нас 25-е. По-моему, 25-е сегодня, Володя? 24-е января. Вот я только что позавтракал. Витя Савченко приехал. Голову, Витя, поверни потихоньку, потихоньку, чтобы тебя видно было. Все, садись. Ешьте. Сильно не лишних движений не делайте. Голуби вылетели. Вот они в другую комнату, пока боятся заходить. Но они пойдут. Малышок у них уже глаза открыл. Я сегодня гляжу утром, а у них любовь тут началась. Она его хватает за клюв, целуется, не отходит, а он готовый к этому. Такая горячая любовь, гляжу, он ее топчет уже. Это означает, что несколько дней еще, и она сядет снова нести яйца и парить. А малышу-то всего неделя, полторы недели. Вот она в другую комнату теперь старая, пошла. Где, ребята, не делайте движений никаких. Вот она пошла. Не пугайте их, потому что они не приучены еще. Вот так, они пошли в другую комнату, зашли, а ребята рядом сидят. Вот она и где. Она до того любознательная, но в каждую щель лезет везде, все узнает. Вот пошла опять. Вчера кошачья чашка с водой стоит. Она залезла ногами, ее опрокинула, вода потекла. Я молчу, сижу, думаю, ладно, потом уберу, потом вымою. Главное, смотреть на них как. Ты, Володя, ногами-то семечки-то смело тебе, видать. Что-то мало их видать. Есть. Вот так. Я маленько даже привстану, чтобы показать, что они там где. А вот они где. Она пошла в самый дальний угол, где там кошки, а это он, а он за ней следом тянется. Ну, мужчины, они, как правило, так тянутся за женщинами. Вот. Но у них любовь такая. Она его везде тащит. Он откуда-то прилетел, очень породистый, как похожий на шалевого. Хвост коричневый, а сверху, как накидка сделана, калаше, симметричная. Это, ну, залез там, не видать даже его. Где он там, за ведром копается что-то. О. Вот он где. А она-то где? Куда делась-то? Под кровать залезла, что ли? Это вообще не видно. Я потихонечку подойду к вам посмотреть, как вы обедаете. О! Вот он где. О! Я ее не вижу, где она. Вон она, за ведром. А что она там нашла, интересно, за ведром? Видно, хвост торчит один. А около печки ведро стоит. И она там... Он бы никогда туда не пошел, но Ева берет, и Адам туда же потянулся. Вот он где, подожди. Я снимаю, это плохо, руки трясутся. Тут уж ничего не сделаешь. Вот она выскочила, вот она. Ну-ну-ну-ну, никто не... Я отошел, она меня не видала, что так близко к ней подошел. А вот только в гнездо сядет, и уже все. Тут не подходи, долбит крыльями, бьет... Невозможно как. Вот она там сидит. Сейчас я подхожу к малышу, показать его. И как она сразу же прилетит. Вот я его возьму на руки, толстенка. Вот он где. Вот он где какой. Вот он. Видно, что глазки у него есть. Хотя полторы недели глаза открылись, а сам толстенький. Еды много им тут. Вот он гнездит, это для него это родное гнездо. Ну тут не видно. Пять. Она снесет. И этот малышок будет греть, сидеть своим телом. Вот она уже пришла. Все. Увидала, что я беру. Он следом. Ну, ничего не тронул, я отошел. Ну, что-то я не в винальной юстиции. Ребятишек ваших не заберу. Вот она как. Отовсюду. Витя, сядь там. Это, они испугались о вас. Не шевелитесь. Вот она. Пошел опять. Вот она повернулась. Что это? Это означает, оправилась. Придется потихонечку убирать и... Ну, что сделаешь? Искусство требует жертв. Так, любое. Вот она где. Показать людей, которые голубей не видели, не знают. Видишь, как вот. В коробке вывела. Это первый раз у меня так. Ну, утром становимся на молитву. Но у него сплошная молитва. И воркует, и воркует, и воркует. Вечером тоже что-то долго ворковал. Я подойду, рядом стою, гуля, гуля, гуля. Он меня слушает. Ну, у меня воркование не такое получается. Вот все, она везде залезет под стол. Все, полезла.
Нет, да до того любопытно, это удивительно где-то. А он наблюдает, нет ли опасности какой. Вот сейчас мне надо будет убирать, тут не только делов-то убирать. От нас тоже надо убирать. Этого породистая, она такая. У ней, у маленького сзади, вот как у него у отца, черная, не черная, а коричневый хвост. И у него, у маленького, такой же. Все, она пошла туда, что-то там нашла. А ну-ка я подойду еще раз посмотрю. Он уже сейчас полетит. Полетит мимо меня, ему надо пролететь. Вот они пошли. Вот они где. Ну ладно, ладно, я не трогаю вас. Нет, 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 нет. Проходите мимо. Проходите. Вот она пошла. Ну-ну-ну, не бойся, мимо, мимо. Давай. А он глядит, куда она. А она успокоилась. Ничего нигде нет. Сейчас я с той стороны сейчас зайду, посмотреть, что они там нашли. Но там еще крошки кошачьи к кошкам. Она везде все найдет. Женщина, она такая пронырливая и прожорливая тварь. Более чем мужики-то. Вот. Вот у меня голубь был один, и он, ну, на ногах-то шпоры большие, как на крыльях. И как так случилось, он где-то зацепился, там мокрое было-то, застыл, видимо, порвал ногу. И ножка у него до колена, он на одной ноге остался. А были, видимо, яйца. А она с калекой не стала жить. Она мигом завела какие-то шашни. Рядом голубь тоже породистый, хороший. Ну, видно, какой-то олигарх. Она за него. Так он один вывел голубей. Вот как. И кормил их, ну, так как кормежка-то рядом своя. До того была печальная история смотреть. Она рядом свела гнездо и как будто сроду его не знала. Обычно у них пара на все время остается. А тут инвалид, и она мигом его бросила. Ну, у нас это есть такое. Пришел с Афгана, поврежденный, буду я с калекой жить. Находились такие. Вот. Ну-ка я их пошевелю маленько, ребята. Я иду на свое место. Давайте, давайте. Вот она куда пошла. Вот она куда, к своему. Такие могу рассказать истории удивительные. Вот он куда пошел. Ох, куда полетел. Даже можно приблизить его. Какой красавец. Какой. Вот говорят люди, я слышал такое, у японцы в ресторанах там какой-то аромат создают, леса, шум, чтобы листики деревьев шевелили. Все это влияет на нервную систему и положительно отзывается. Ну вот как нам болеть-то? Представьте, мы сидим, и вокруг голуби летают, воркуют. Где? В комнате. А у нас передали, что завтра будет уже 40 градусов мороза, мороза. Но остальные-то голуби не могут. Одна снесла вчера, гляжу, там, я не стал трогать. Ну, как она выходит? Их никак. Замерзнут. А этот-то понял, что над ним взяли опеку. Он как в Крыму живет. Может, я неудачно сравнил с Крымом-то? Жарко там будет. Ну, ладно. Мы тоже печку-то топим, когда так жарко. Вот она как убирает. Сегодня не успели заснять, как они целуются. Вот он слетел к ней. Вот наблюдать, Лорен с этим занимался. У него гусь был дома. И напишет так, вот у Виталия Бианки очень хорошо об этом написано. Вот, это я там дал им поесть. Лущеный горох, пшеница и семечки. Вот она, видимо, вспомнила, что ей надо тоже идти. Вот она. Все, пошла. Пошла проверить своего там сына или дочь. Ну все, отхожу. Вот он ее выгнал все-таки с гнезда. С утра не садился. Вот она теперь пошла. Сейчас она вылетит. Вот этот у него, видите, какой ошейник, коричневый хвост. Он очень породистый. Ну, я ее пометил, на голове крестик поставил среди других голубей, чтобы узнать. У меня все белые, вон один только такой. И вот с утра, сейчас уже время-то уже, сейчас я не вижу, 11, кажется, часов. 12. Он все один летал тут по комнате, а она сидела. Вот она должна сейчас выйти. Вот она начинает как клевать семечки, я насыпал. А там пшеница с горохом, второе отделение. Вот. И тут рядом у нее баночка маленькая. Вон. И вверху вот тоже насыпана соль с
крупнозернистым песком. Вот она где, отогнал я ее. Утром, когда мы молимся, а он воркует с нами на молитве вместе. Прежде чем его выпустить, у меня 3 кошки. Это необходимо, потому что много пшеницы. Их пока Володя не унесет 2 на крышу. А рыжую я в подпол загоняю, закрываю ее. Тогда я начинаю выпускать голубей. Видите как. Вот голуби как целуются у меня не в доме. Они только вывели чуть-чуть, один вышел. Сейчас 2 недели не прошло, она уже опять готовится стать матерью. Вот они здесь. Трудно заснять, я пока повернусь тут у компьютера, а в это время они встречаются сзади. Она на кровать прилетела. Ей надо в другую комнату улететь. Там я специальный песок. Вот она к себе прилетела. Где она живет. Это их коробка. А вон там наверху топчется. Вот так. Другую комнату улетела. Вот у меня не в комнате, как в большом вольере. Вот он здесь. Везде газетки настелили. Ну, что нужно будет, уберешь. Вот они, я стал разговаривать, и они засмущались. Вот они. Это сейчас они будут приближаться там, где им глину, песок, соль, семечки дал. Вот он на стул залетел. Красавец. У него как шаль сверху надетая. Вот он. Видите, медленно как дело идет. Вот он пошел. Искусство требует жертв. Кошек закрыл в подпол, сейчас они полдня пробыли, кошки, теперь голубям время. Это несовместимые кошки. Это если кошки сейчас бы были здесь, ну тут уже не уследить никак. Вот так. Вот они пошли. Я потихонечку подойду на эту сторону. Вот так. Она опасается, ну меня не знает, я разговариваю. Вот так, хорошо. Вот она теперь, она накрошил я им. От печки глина отлетела, я в газетку завернул и полежком поколотил, она мелкая стала. Вот они как раз это едят. Вот она им очень нужна. Витамины какие-то там есть. Глина, которая была на печи, отскочила там с известкой. Вот они теперь... Решили, а там еще такого съедобного там много и нету. Все она выходила, там что-то клевала. Надо присматриваться, что именно не хватает ей. Вон как усиленно стали употреблять. Это как раз ей необходимо для создания скорлупы у яйца. Пошла дальше. Ну ладно, если увижу, потом направлю. Не согласен был, что у меня стихотворение написано так. Как в басне, надо в наш беде случиться, греху служить смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Это я отцу говорю, письмо ему написал такое. Вот. А когда до дела дошло, он сразу же, то есть в нем это откладывалось. Он видел вот эту стойкость, что проповедую, что я бросил грамоту, диплом, пошел на такую работу, и больше всех детей помогаю ему. И вот это главное. Конечно, это не в один день делается.
мы должны быть для них радостью, чтобы они никогда не сожалевали, что такой сын у них. Да, он не верит. Он будет, если вопрос ставит или, тут вопрос уже только на одну. Кто любит больше, чем меня, не достоин меня. Тогда просто возненавидеть обязан, забрать котомку свою, хоть на вокзале ночью и строй шалаш. Если скажут, или со мной живи, или от своего Бога отбред. Ну, то есть, вот так вот бывает. Понятно. Понял. Можно следующий вопрос тогда? Да, пожалуйста. Третья Ездры 7:28-29 написано о четырехлетнем царстве. Мне очень сложно понять, вернее, я вообще не понимаю этого стиха. Я даже нашел толкование Лопухина, но и там он пишет как-то так. Где они тут у меня сегодня? Я их не найду никак. Где они у меня? Ну-ка. Вот они где. На печку залетели. А? Хорошо им тут. Нашли что-то тут, а? Ох, любопытные какие. Малыша бросили, теперь надо второе гнездо делать.